Всем привет! С вами Кэт Рукодельница. Сегодня расскажу вам о способе, как можно вот так вот без узелка соединить две нитки и достаточно прочно. Я вам показала это на контрастных нитках специально, чтобы это было более заметно. Так обычно соединяется нить одного цвета при вязании, да, какого-то большого изделия. Особенно если это изделие ажурное, то и узелок негде спрятать. Мы берем два наших клубочка, которые нужно соединить, и иголку, то есть конец нити я ввела в иголку, оставляю небольшой вот такой кончик маленький, и теперь вот такими стежками прям вовнутрь нити, вот нить должна быть обязательно кручена, вот в эти вот скруточки, просто вот так туда-сюда иголочку ввожу по нитке, мелкими вот такими стежочками, делаю несколько стежков. Вот, получились у меня стежочки. Вот петелька образовалась у меня здесь, возле ушка. Я туда ввожу нить от второго клубка. И теперь сквозь вот это вот собранное место я нашу иголочку продергиваю. И расправляю. Вот уже прочное соединение получилось. Теперь со вторым кончиком. Второй кончик я также вдеваю в ушко иголки. И то же самое делаю, только уже по ниточке зеленого цвета. Точно так же ввожу в наше скручивание ниточки, иголочку. Именно прям волокон, прокалываю иголку. Стежочки делать нужно поменьше. Сделаю несколько стежочков и также продергиваю. И расправляю так ниточки. Посмотрите, очень прочное соединение, вот так просто оно не разрывается уже. И вот эти вот лишние кончики, которые остались, я вот так вот просто под уголочком подрезаю. Посмотрите. Совершенно незаметное соединение. На этом у меня все. Если этот метод показался вам интересным, обязательно жмите пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Но у меня все. Всем пока-пока!